Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелло Борис. Совсем недавно возник вопрос, так как отменили кошелек на пополнение в суперкопилке Pair по определенным причинам, потому что Pair запросил очень большую комиссию, и она стала невыгодна именно участникам данного проекта. Что же делать? Есть вот такой выбор: Perfect Money и Nix Money. Что я выбираю? То есть, если вы регистрируетесь в Perfect Money, вам нужно проходить верификацию. Без верификации там комиссия 1,99. Nix Money комиссии всегда постоянно 0,5. То есть, либо вы проходите непроходимую для многих верификацию в Perfect Money, тратите свои нервы, либо сразу Nix Money вы регистрируетесь. То есть, регистрация в Nix Money достаточно простая, и с ней справятся абсолютно все. То есть вы при регистрации набираете свой email, здесь вы вводите текст с картинки, и по этому тексту с картинки вас пропускает далее. Так как я уже зарегистрирован в данном кошельке, значит, мы нажимаем отмена и нажимаем вход. То есть вход вот такой вот простейший, и никаких вопросов здесь возникать не может. То есть вот. Я набрал капчу, я попал в свой кабинет. Вот вы видите, что я уже делал здесь операции. Почему рекомендую именно этот непосредственно кошелек? Он, в принципе, похож чем-то на Pair кошелек. Здесь есть несколько счетов. Сразу у вас здесь есть счет долларовый, евровый. И есть биткоиновый счет, и здесь вы можете перевести и оперировать вот этими деньгами. Но чем удобен? Что у Nix Money есть свои обменные пункты, проверенные обменные пункты, их не надо искать, не нужно заходить, например, там на тот же самый BestChange. Вы заходите, вот у Nix Money есть свой официальный обменник, который они поддерживают и с которым они, как говорится, работают и будут работать дальше. Что здесь? Производит автоматический обмен Nix Money на другие электронные валюты. Вот вывод с карт счетов, Сбербанк, Альфа-банк, Связной. То есть огромный список, просто огромный список. Вы здесь это можете все увидеть, найти и воспользоваться вот этим. Почему не Perfect? Потому что там в любом случае вы будете вот нервы свои тратить при прохождении верификации. Здесь верификации проходить не надо, в Nix Money вы просто регистрируетесь и начинаете пользоваться. У вас есть свой счет, у вас есть свой личный кабинет, где ваши деньги будут храниться, и также эти деньги можно выводить на любые абсолютно платежные системы. Вот Nix Money мы выбираем, и мы курс можем здесь посмотреть и в евро, и в рублях, и на Pair мы можем вывести, на карты, и на Яндекс деньги. Причем на Яндекс деньги вот разница между Perfect Money и Nix Money, там разница у нас буквально получается там какие-то, может, там 50, может, 70 копеек, ну, все зависит от курса. То есть особо не разницы огромной вы не ощутите. В любом случае, если вы в Perfect Money не прошли верификацию, у вас комиссия в любом случае будет больше. Здесь большой выбор именно тех систем и тех обменников, которые здесь есть. Также, если вы решите воспользоваться, например, какими-то другими обменными пунктами, ну, например, вы живете не в России, еще где-то здесь, то есть обменных пунктов достаточно много, которые рекомендуются. То есть здесь у вас в этих обменных пунктах на выбор, здесь вот даже с Казахстаном обменные пункты работают, то есть по всему СНГ вы можете пользоваться вот этим обменником, и причем вы только вводите свой адрес электронной почты, потом вы переходите в почте непосредственно на регистрацию, вводите свой логин, пароль, все, вы зарегистрированы, и у вас всегда плюс этого обменника, плюс этого кошелька, что у вас всегда
комиссия 0,5% от суммы платежа, что туда, что обратно. Причем эту комиссию, вот такую комиссию, наверное, никакой кошелек не дает, даже некоторые не дают даже это с верификацией. Ну, в Perfect Money, то есть в Pair такое было, но совсем недавно ввели. Даже в Pair была комиссия последнее время 0,95%. 5, то есть 1%. Так что я вам просто рекомендую зарегистрироваться в кошельке NexMoney. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Также я вам дам ссылочку вот на этот обменник. Возможно, он вам понравится. Но кошелек NexMoney, вот если сравнивать со многими обменниками, которыми я работал, и с кошельками, он самый легкий и самый доступный для всех. На этом заканчиваю. Всем привет!